Черепной свод зафиксирован на 30 штифтах. Осколки скреплены микропанелями и фрагментами нижней челюсти. Хрящевые трансплантанты позволили восстановить форму скулы. Увы, пока вы находились в коме, пластические... Врачи, вся их власть в терминах осваиваю. Это обычное правило при двусторонней гематоме надкостницы и челюстных переломах лефора. Лефора? Я старался. Разумеется. Слишком велик риск повреждения мозга. Доктор, а не входит ли в состав штифтов алюминий? Может, его ионизация повышает внутричерепное давление? Я ведь готов к новой операции. Конечно, мы над этим думаем, просто на данной стадии эксперименты совсем неуместны. Я за эксперименты. Давайте. Боли прекратятся. Но боль и рознь. Стальные пластины, кажется, впиваются в мысли. Мы не ковбои, нам нельзя рубить с плеча. Ну, мне трудно соображать, думать. Добавим анальгетиков. Ну да, анальгетики. Мы продолжаем непрерывно работать. Подумайте, ведь многим пациентам пластические операции вовсе недоступны. Тут дело не в тщеславии, доктор Померанц. Это не тщеславие. Я общаюсь с людьми. Такова моя работа. Деньги у меня есть, я заплачу любую сумму. Давайте, думайте. Импровизируйте. Вы лучший пластический хирург Нью-Йорка. Вот и работайте. Можно выправить руку. К дьяволу руку! Ваши чувства берутся в расчет. После обследования мы предприняли практические шаги. Говорите. Показывайте. Это полезная вещь на ранней ступени реабилитации. Лицевой протез. Делали 2 недели. Спасибо, Карли. Не за что, доктор. Лицевой протез. Эстетический щит защищает и чувства, и кожу. Особый пластик задерживает ультрафиолет и способствует регенерации клеток. Эстетический и лечебный щит? Именно. Так и есть. Эргономика проработана, устройство даже передает вашу мимику, сэр. А, ясно. Это вещь полезная. Хорошо. А я на минуту решил, что это на самом деле чертова маска! Маска или нет, все дело в отношении. Нет-нет, неплохо. Замечательно для Хэллоуина. Но как же остальные 364 дня?